Дорогие друзья, приветствую вас, с вами Никитос с канала Проект 18, и сегодня у нас будет обзор на данный панцирь, на данную мотозащиту Alpine Stars A1 Plus Chest. Данный панцирь преимущественно выполнен из пластика, из достаточно жесткого пластика, но при этом гибкого. Внутри, как внутренняя часть, используется пенка, да, такой вспененный такой материал. Соответственно, здесь у нас присутствует защита груди и защита спины. В защиту спины предусмотрено встраивание оригинальной альпинстаровской защиты шеи, да, поддержки шеи. Есть специальный для этого карманчик. Можно отрегулировать грудь относительно спины за счет лямок на плече, а также, естественно, поясничные ремни тоже можно сделать потуже или, наоборот, ослабить. Все это на максимально простых и надежных защелках от Alpine Stars. Две такие защелочки. Сам пластик, естественно, с дырками. Естественно, для того, чтобы все это вентилировалось, и вы вообще не потели практически. Очень легкий панцирь, просто максимально легкий. Как всегда, попали в размер. Сидит очень плотно, очень жесткий. При этом все в дырочках и все очень хорошо вентилируется. Мне даже регулировать ничего не пришлось. Сел, соответственно, как доктор прописал. Вот примерно так он выглядит со стороны. И, соответственно, основное преимущество этого панциря в том, что когда вам стало жарко, вы быстренько две защелочки скидываете, и все. И вместе с кепкой снимаете, и все. И можно отдохнуть, проветриться, когда стало жарко. Также этот панцирь сертифицирован по стандарту EN1621-2. Особенность этого пластика в том, что он достаточно жесткий, но при этом гибкий. То есть при ваших телодвижениях, когда вы стоите на мотоцикле, он не должен вам никуда впиваться, а должен прогибаться. Специально немножко отделены защита ребер от защиты груди, чтобы все это двигалось и не мешало вам, естественно, ездить и максимально комфортно управлять своим мотоциклом. Также защита спины тоже разделена на две части, для того, чтобы в поясничной зоне она прогибалась и, соответственно, давала вам больше движения. Пененный материал изнутри сделан для того, чтобы пластик вам не натирал и, соответственно, также смягчал какие-то удары, если такие будут. Не дай бог, ребят. Под липучками на плечах идут мягкие спиненные вставки. Ну а с вами был Никитос с канала Проект 18. Это был обзор на мотопанцирь Alpine Stars A1 Plus Chest. До скорых встреч!